Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Короче, гусиная тема закончилась тем, что яйца пришлось продавать. Ну, изначально было так задумано. В общем, для того, чтобы продать яйцо и отправить его на почту, надо как-то упаковать. Полазил, посмотрел, все там то мукой пересыпают, то трухой, то землей. Ну, это все херня, я так понял. Самый простой способ. Берем обычную трафаретку куриного яйца. Сюда видно, да? И вкладываем через одно яйцо, вкладываем наши яйца. При этом, смотрите, как получается, яйцо не будет доставать вплотную в коробку. Я, в принципе, я даже коробку не влажу. Ну, сейчас есть коробка в коробку. Можно просто каким-то картоном плотным обложить это все, и будет нормально. Значит, улаживаем, вот таким образом уложили. Сверху накрываем второй коробкой. При этом коробка прижмет яйца, не даст им болтаться. Они будут хорошо у нас стоять. И опять залаживаем ряд. Получается, в один ряд влазит 15 яиц. В два ряда влезет 30 яиц. Ну, то есть, соответственно, мы 30 яиц можем тремя трафаретками упаковать. Сверху придется еще одной трафареткой накрыть этот весь беспредел. Ну, в общем, ничего сложного. Особо не заморачиваешься никакими там ни опилками, там ничем этим, никакими сыпучими. Единственное, на почте, в принципе, возьмут, я думаю. Ну, не надо говорить, что вы яйца везете. Хрупкое, скажете там. Потому что яйца могут не взять. Потому что они могут. А вдруг цыплята вылупятся. Хотя почта работает не так медленно. Все, и теперь вот смотрите, мы сейчас это все дело будем упаковывать. Просто сейчас обмотаем скотчем, потом лентой упаковочной. У нас получится вот такая конструкция, которая будет достаточно жесткая. И даже почта сможет ее довести, не разбив. Ну, вот так у нас получилось запхать это все в коробку. Опять же повторюсь, что побить ничего не побьется. Ну, мы сейчас лентой сейчас обойдем эту конструкцию. Яйца, получается, каждый в своем отсеке лежит, и оно не побьется. Ну, плюс ко всему, гусиное яйцо, оно достаточно крупное. И, соответственно, оно не особо боится там у всех. Ну, видео было о том, как упаковать яйцо для пересылки на почту. Я думаю, всем понятно. Процесс несложный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.